мы отсюда пришли. Так, а что же тут за фигня? Зачем же тут ставится? Непонятно. Ну, зачем-то он нужен. Ну ладно, в принципе, не суть. Может, что-нибудь там в подсказке напишут? Можно почитать. Так. Ну, можно удалить, в принципе. Ладно. Глава 10. Погнали. Сейчас почитаем, может, там реально что-нибудь напишут. Так. Значит, проверить состояние корабля. Попасть на мостик. Да, вроде ничего не пишет. Ладно, погнали. Сейчас там нас ждать по-любому будет. Ух ты, ёпарсете! Это глюки. Воспоминания, да, Айзек? О былых временах. Ну, тут расчленёнка полная. Просто, может быть, что-то я пропустил. Мало ли. Ладно, вроде ничего. Темень, вообще ничего не видно. Так. Это продать штуку можно, правда. Импульсные заряды. What are you doing? I thought you said you were heading back up to the tram. Just retrace your steps back up to the tram tunnel. Alright, I'm on my way back up. Че-то я где попало, шляюсь, ничего нигде попало. Вот сейчас, наверное, задница будет, ребятки. Ждет. Вот засрань, ждет. Так, смотрим по патронам. Все у нас там перезаряжено. Да. Вот это надо. Все, ждем. О, детский сад пришел. Сейчас на погремушку на мою нарвутся. Еще окно опасно. Заело табличка. Понеслось! Дети на прогулку вышли, блин. Фига, долго как. Офигеть, реально. Ух ты, ух ты. Вау! Что происходит? Да ёп! Распиливай их нафиг, давай. Все. Аптечку давай. Раздолбай, блин. Выбиваем у них все из них. А чё из детей мало так упало? И вообще, где дети? Реально, где они? Я их чё, распилил полностью? Так, вот это возьмем. А с этим пока не будем тратить. Так, верстак нужен? Isaac, Strauss is starting to worry me. Listen, I would never. But son, Daddy's not a murderer. Strauss, he's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps, Strauss. You will make put down the screwdriver. Step three. Strauss, Ellie, shit. Надо поспешить к ним.
Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чё бы качнуть, ребятушки? Можно альтернативный качнуть. А что именно, урон идет или просто все именно альтернативный? Что это такое? Непонятно. Хорошо. Так. Плазмы можно докачать до конца. Либо не, поэкономим, оставим пока. Че? Силовой появился, сразу тратить? Да не. Будем копить. Че, лох, что ли? Назад, что ли, возвращаемся, по сути? Да, да. Блин! Боже, заметил. О, 200 дали, вообще нормально, я считаю. Иди, вообще офигел, меня испугал. Как он тут появился, блин? Пока я выходил, его здесь не было в тот раз. Ну, видим, блин, лифт пятиэтажки какой-то, блин, не знаю. Симпатично, ничего не... Ну, может быть, так все и будет в будущем. Хотя, может, нормально. Это... Что я говорил? Ну, то, что это... Видимо, притворился. Там, наверное, через вентиляцию пролез. Будем смотреть, что они тут... Дохленькие будут валяться тут, притворяться, да? Так, магаз... Магаз. Да зайдем, посмотрим, что там. Продать. Блин, надо было импульс, но реально про взять и продать потом. Так, что тут надо? О, вот эту темка. Вот это да, 5000. Можно, кстати, ее переместить вот сюда, да? Как вы считаете? Кажется, 3 стазиса, что их не использую? Нормально. Так, труборез. Труборез — это один патрон, по сути дела. Продаем. Хотя нафига? Ну ладно. Так, купим на труборезик чуть-чуть. Сюда один. Сюда и еще один сюда. Все, и можно идти. Такая вот система у меня покупки. Так, это у нас... 103! Нормально живем. Быстро сканим. И... Да, той же дорогой. Только надо вот тут еще раз осмотреть. То мало ли тынички какие-нибудь. На всякий случай. Не, вроде ничего. Что-то так легко бегаю. А тут, в принципе, мне неоткуда выпрыгивать-то. Труборезика нам дали. Давай одной, давай допиливай. Во! Не пришлось использовать. Представляете? Две дают с ним. И дали как долго. То есть одним патроном можно сразу... вот, кстати, один патрон дали. Который я продал. Все-то вроде все. Ладно, погнали. Так, все летом собрал. Че тут скребется, что ли, не пойму. Ах, гады. Мне нас патроны жалко. Матками. Залагали, видимо. Так, здесь ничего. 600. Кстати, сколько у нас денег? Что-то я не посмотрел. 82! 82 тысячи. Старая добрая вагонетка. Ой-ой, пошел там, по-моему, кто-то, нет? Не, нам показалось. Crap.
Что она сказала? Так, а я не про эту тетку, я про Элли. Пять. Все, тут задница будет по-любому, медицинская палуба. Уколы нам будут делать в задницу клешнями своими. Наверное. Ну все, можно, наверное, валить отсюда. Да? Там ничего нет интересного, просто не хочу ничего пропускать. Тут мелькает, не хочу здесь больше находиться. Ни хрена не видно. Что-то тут нахимичили. Ой-ой-ой. Перемедили. Во! Блин, чуть... Я не понимаю, почему? Блевотина у него срабатывает. Я же отхожу вроде бы. Там, я думаю, автоматически используется маленькая аптечка. То есть небольшая, не вот. Вот, опять маленькая. Ну-ка сейчас. Ну ладно, не буду рисковать. Аптечка сейчас пока что, конечно, не на вес золота, но. Лучше не шиковать, а то мало ли. Будем. Без аптечек останусь. Что-то они видели, заметили, они мне стали маленькие аптечки давать. Раньше они бы мне средние давали, а сейчас ведь... О, силовой! Это круто. Так, а там что? Там то же самое, походу. А, так, что-то у нас по патрончику. Нормально. Так, ну тот раз мы заморозили здесь огромного... Не забыл, как его зовут. Да чё за тормоза? Ой. Я так ксанул. Не, мы не сумеем сейчас по-любому. Они нам не дадут просто так. Или сумеем? Если вы хотите сказать, что я сейчас подойду и все тут починю, и вы не будете на меня нападать. Интересно, зачем они тут стазис разместили? Ну, может быть, это из первой части осталось. Так, где тут? Вот. Вот это мне и надо было. Ну, давайте попробуем. Рискнем, так сказать. На зелененькой бы. А дальность? Да ёб! Ах ты, бляха, муха. Две тысячи. Они, видимо, действительно, как я где-то слышал, что баблом... Баблом дают на сложном уровне. Аптечки, хрен от них дождешься. То есть, мол, закупайся там заранее. Будет мясо, да? Во! Кредиты, кредиты. Говорю же, уже, считайте, 1800 с этих шкафчиков насобирали. 1800, я сказал, да. Security phone.